На моем канале есть уже целых два видео про гироскоп, но я ни разу не показывал, как именно его нужно тренировать. В сегодняшнем видосе я покажу вам наглядный пример, как можно улучшить навыки игры с гироскопом при помощи одного очень простого упражнения. Всем здорово, мужики! Постоянно меня спрашивают, как же научиться играть с гироскопом. Так вот, сегодня я покажу упражнение, которое действительно поможет улучшить навыки игры с ним. Суть данного упражнения максимально проста. Я даже как-то выполнял подобный челлендж на одном из своих стримов. Начинается все как обычно. Вы запускаетесь в обычный матч. Но лучше всего подойдут такие режимы, как Алькатрас или Военное дело. Чтобы у вас было большое количество вылетов. При стрельбе вы просто отпускаете большой палец и начинаете контролировать свою отдачу и наводиться только гироскопом. Таким образом, ваши навыки игры с гироскопом будут прокачиваться гораздо быстрее, чем при обычной игре. Но тут стоит подчеркнуть очень важный факт, что вам не нужно всю игру играть без пальца. Все повороты, мансы вы делаете точно так же, как в обычном бою. Например, если противник сделает подкат назад, одним гироскопом развернуться у вас точно не получится. Поэтому тут подключайте свой палец для разворота. Как только начнете стрелять, убирайте его. У вас, возможно, сначала не будет получаться, но я вас уверяю, что с каждым разом у вас будет получаться это упражнение все лучше и лучше. Вы должны понимать, что при отработке данного упражнения вы используете свой им не на максимум, потому что гироскоп при обычной игре должен вам лишь помогать доводиться на противника, и в принципе аим с гироскопом составляет всего лишь 20-30% вашего аима. Основная наводка производится именно за счет вашего аима на пальце. Постарайтесь не гореть и не обращать внимания ни на вашей смерти, не на то, что вас в каком-то моменте перестреляли. Напоминаю вам про то, что ваш аим при отработке этого упражнения очень сильно понижается. Так вот, выполняя его, забудьте вообще о результате. Ваша главная задача — это почувствовать чувствительность гироскопа, привыкнуть и понять, как в принципе работает гироскоп, и улучшить аим именно на нем. Поэтому запускайтесь на альку, желательно с галочкой или со своим кентом, для того, чтобы у вас были вылеты, и просто практикуйтесь. Поверьте мне, что уже через пару дней ваш аим при использовании гироскопа улучшится в разы. По поводу времени. Но перед этим я хочу порекомендовать вам магазин CP в телеграм-канале CP Донатер. Тебе нужен боевой пропуск? Пожалуйста. Тебе нужна валюта для того, чтобы прокрутить рулетки? Пожалуйста. А может быть, тебе нужен новенький индийский аккаунт, на котором цены в два раза ниже, чем на твоем? Серега со своей командой и это может сделать. В общем, переходи скорее по ссылке в закрепленном комментарии и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Не советую больше часа тратить на это упражнение, иначе потом вы просто-напросто забудете про использование пальца в принципе, и все ваши труды пойдут коту под хвост. Ну или зайцу. Зашли, размялись, потом сделали это упражнение, и после этого еще обязательно поиграйте в полную силу. Палец плюс гироскоп. Также, как я уже и говорил, не стоит при отработке упражнения забывать про большой палец. Все мансы, лутинг и так далее должны делаться точно так же, как в обычном бою. В общем, мужики, я надеюсь, вам понравилось видео такого формата и мой небольшой хэндкам на фоне всей моей болтовни. Все, кто играет с гироскопом или хочет научиться играть, обязательно упражняйтесь именно так. И пишите свои отзывы в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Также пишите, хотите ли вы, чтобы я почаще снимал такие недолгие ролики-обучалки по нашей любимой Call of Duty Mobile. Я очень надеюсь, что этим видео я смогу помочь вам улучшить свою игру. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, не забывай прожимать жирный мужской палец вверх, и мы обязательно с тобой скоро увидимся. Пока. И да, чуть не забыл, если тебе нужна моя чувствительность, я выложу код в своем телеграм-канале.